Привет, ребята! С вами Саня, Наталья, Саня! И сегодня, как мы и обещали, приехали в Палангу, где у нас большая ярмарка, которая называется «Вся Паланга под одним столом». Вот, если видите, какой гигантский стол сделан. За одним столом. За одним столом. Вот. Все, пошли? Пошли покупать вату. Пошли, покажем всем нашим подписчикам, друзьям, как у нас весело, как у нас круто в Паланге, да? Круто. Сегодня я представляю, что будет делаться в аттракционах. Вечером. Тут везде музыка, везде всякие киоски, везде всякие изделия очень классные. Саня хочет вату купить, вот сейчас пойдем и купим вату. Да. Подожди. Ну вот, Саня теперь делает, девчонка, нам вату. Нам только большую не делайте, хорошо? Маленькую нам такую, чтобы... Я скажу, когда. Ну, хорошо, 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 ты скажи. А сейчас какой я... Какой ветер? Берету хочешь дам на голову? Нет? Сейчас пойдем покажем вам, что же тут у нас такое, как у нас вся басанка. Вот, прям гудит, гудит. Там я видела потом всякие очень красивые сувениры есть. Есть там рыба такая копченая, классная. Но обязательно попробуем вам передать. Тут тоже, вот видите, все стоят. Все хотят еще лето. Ну вот и мы с Саней. Ну и как, Саня? Еще маленькая. О, сейчас пойдет дело. Уже началось, но еще очень маленькая. Спасибо. Все, пошли. Ну что, приятного аппетита. Идем, Сани, да? Будем показывать. Ну давай, пошли. Я там слышала, музыка такая классная играет везде. И вообще там такое настроение везде. Тут, если помните, вот и аттракционы наши. Все, Саня уже теперь с ватой тут. Давай, идем, я хочу показать, знаешь что, вот эту там, где такая была копченая рыба. Я видела. Видела? Ага. Сейчас покажу, сколько людей. Сейчас мы нас покажем. Попробуй с одной рукой. Ну давай. Я не хочу, чтобы мне потом, знаешь, эти пальцы липли. Много взяла. Вот. Кафешка классная такая. Вот тут уже стоят, ждут. Тут музыка очень классная, слышу. Вот рыбу коптят. И тут на таких палках. Видите, все сидят, кушают. Мы, наверное, тоже потом пойдем. А тут прямо всех угощают. Сани! Тут дают немножко ее попробовать. Я так поняла, режут. Тут большие кастрюли, давай пошли дальше. Будем смотреть, что там дальше происходит. Я уже вся липкая. Потом пойдем ручки помоем. Там есть такой фонтанчик. Ну вот, везде магазинчики, везде кажется, как летом. Кажется, что жила вся Паланга опять снова. У нас сегодня классная погода. Конечно, уже у моря, наверное, не полежишь. Ой, как пахнет вкусно. Саня, чувствуешь? Мы сейчас пойдем снимем, покажем вам все. И, наверное, возьмем папу и все пойдем вместе где-то угощаться. Ой, тут смотри, тут, наверное, настоящая литовская кухня. Вот смотрите, сколько людей. Все сидят, кушают себе. Вот, смотри, Саня. Супер, тут сделано, смотри, как... Вау! Саня, смотри, какая щука фаршированная. Не стол прямо, а объедение. Ну вот, Шкуна называется кафешка. Вот так. Ой, тут сколько, смотрите. Сейчас покажу. Вот сюда придем. Очень вкусно тут. Очень-очень, там и капуста, все есть. Да, видела. Видела? Ну?
по дому, там, там я видела... Ты с этой ватой будь осторожна, а то... Прилипнет люди. Да, люди прилипнут. Лов. Вот это я бы хотела. Да? Ну вот сейчас мы все сделаем и придем сюда. И тут смотри, какие кастрюли классные, Сани. И это, и фасулы. Вкуснятина. Вау, какие вкусняшки тут везде. И тут, смотри. Класс, класс, Сани. Смотри, горох. Молодцы, ребята, подготовились так хорошо все. У нас идет еще выборы, как в России в Думу, так у нас в Сеймас. Вот и все товарищи, которые хотят баллотироваться, тут свою делают. Смотри, капитан, какой старый, смотрите, вау. Старенький, престаренький. Вот у них тут идет своя программа. Надо же чем-то, да, людей привлечь? Ну вот, тут уже... Вот, видно даже, видите, там лозунги всякие. Я даже не знаю, очень много людей. Да. И очень вкусно пахнет. Сейчас пойдем, папу сейчас найдем. Папа наш с велосипедами остался. Потому что мы не подумали, надо было идти пешком. Да. Не тот праздник. Да, тут всякие сладости я вижу. Вау, какие вкусняшки. Макаронцы эти очень. Вот, Донателлы, вот чего всякого такого, смотри, да. Вот, тут всякие изделия из глины, сувениры классные. Вот, я просто хочу передать, чтобы вы видели, какая у нас тут красивая наша Паланга. Чтобы все-все знали, да, Штани, что мы всех ждем, приезжайте, не пожалейте, как у нас тут классно. Тут рыба копченая, смотри, да. Ой, тоже всякой, сколько хочешь, смотри. Угу. Вот, сейчас ой, покажу. Я себя прилепила. Ничего, я ничего, Сань. Вот. Какая это псюха. Первый раз вижу такую, чтобы она была такая щука, ну, типа, как это, сушеная, да? Это вот очень вкусное югорковое мороженое. Мороженое. Тут, я смотрю, уже для меня начинаются всякие дела, что надо зайти потом. Но я просто теперь не хочу тут ходить с камерой, потому что очень много людей. Вот это наше самое любимое, мы здесь делали ролик. Помните, Кокуба? Наша самая любимая кафешка, она невероятно красивая, и тут невероятно вкусно все. Она что? Все? Давай, бросай, где найдешь. Я буду бросать. И вот, вот там... Саня, смотри, где. Я давай, идем. Вот там, в клубе, там есть фонарь, помою ручки. Давай, бежим, тогда помоешь ручки. А где он? А тут можно разве, Саня? Ну давай, иди, если тебя разрешат. Иди, Саня пойдет, сейчас ручки помоет, там фонтанчик такой вот бежит. Мы невероятно счастливы, что мы приехали опять, что у нас есть такая возможность. Сейчас я... Саня, проказница. Ух ты, проказница, помыла? Молодец. Ну вот, тут еще идут какие-то... Смешучий. С капусты, да, это, знаешь, осенние всякие добро, что осень нам приносит. И шашлычки, вот, всех зовут себя к столу. Да, вот, какие, смотри, какие большие. О, тыквы. Вау, смотри, тебе можно угощаться, бери. Что-то было, но уже все. Пропало. Ну что, мы подходим, наверное, уже к мосту понемножечку. Попробуем. Ну, мы идем понемножечку к папе. Набрали, да. Смотри, сколько много орехов. Да, нас угостили. Там такое
был какой-то там, угощают. Давай пойдем немножко посмотрим, что там такие классные какие-то всякие изделия для женщин. Видишь, Саня? Пойдем. Немножко посмотрим, что там такого есть. А потом, как ты там посмотришь, пойдем вот туда, где игрушки. Пойдем? Где игрушки? Ну, давай идем. Всякие классные, я смотрю, шапочки. Саня бежит, чтобы под колеса не попасть. Тут все лавочки открылись, потому что прошлой неделе уже все почти закрывалось. Ой, какие классненькие, смотри. Да, как раз в тему, да, Саня? Тут всякие вот безделушечки. Вот, шляпки, безделушечки, уже и куртки уже идут осенние. Автоматы. Автоматы. Да, какие-то, даже там вот есть. Эти, вот, там мячики, вот эти, знаю, классные. Автоматы. Да. Потом. Барби, Маша, ну да, тут всякие ветерки, смайлики. Вот эти. Смайлики. Да, наверное, очень популярные у вас. У нас подушки-смайлики вот эти очень популярные. Таня уже одну такую приобрели. А я знаю, что вот эти очень легко можно достать. Да. Вот так двигаешь, и вот так нажимаешь, оно тебе всегда выпадает. Да. Ну что, пошли дальше, посмотрим. Пошли, Саня? Вот это, вот туда, что там такое? Это какой-то там магазинчик, но я... Нет, вот здесь, где крутится такой, видишь, какой-то, ну вот это. Угу, такая пластмасса, видишь, такая она, когда вот, вот так вот она кажется такая, знаешь, как... Не заканчивается. Да, никак не заканчивается. Ой, какая я там косочка. Ну, вот. Надо будет вечером еще прийти на концерт. У нас вечером концерт. Ой, смотрите, какая лягушка, Саня, смотри, какая классненькая лягушка. Надо погладить. Да. Всякие классненькие изделия. Осторожно, Саня. Мой палец. Да. Слушай, откусила бы тебе она, отсосала бы. Сосала бы палец. Смотри, там индейцы. Кафешка тоже. Индейцам. Ну что, Саня, давай, наверное, так. Я видела. Давай тогда скажем всем ребятам до свидания. До свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь, пока, комментируйте. Пока. И всем пока. Саня. А мы пойдем есть рыбочку. Ну, сейчас пойдем возьмем папу и пойдем кушать, да? Ну что, хорошего настроения пока. Всем. Пока.